Привет, друзья мои. Как со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я не Елена Скутоса. Спасибо, что вы были с нами. Мои дорогие подписчики, посмотрите, какой у меня здесь бардак. Ой, боже ты мой, час ночи я прям засыпаю уже. Сегодня у меня был новый алгоритм, семицветик. Вот видите, какой. 7 желаний здесь можно загадать в каждом лепестке. И, ну, линии надо проводить лайнером. Я так устала, у меня так было плохо. Это рефлексия такая. Посмотрите, что творится у меня на столе. Мой ваш кэп смеется. Скоро весь стол. Тут я рисовала для моей знакомой. Здесь мои звезды. Не успела звезды нарисовать. На «Я миллионер» тема. И вот начала заниматься этим. Тут желание пишу. Тут еще что я делаю. Везде что-то я делаю. Так что все, я закончила. Сейчас пойду спать и до завтра. Завтра понедельник. Все, пока-пока. Мои дорогие, вот так начинаю сегодняшний день, понедельник. Начался он у меня с утра. Очень интересно. Потом выключили свет после йоги. И все мои планы рухнули. Но я села за нейрографику. Надела на себя много вещей, чтобы не замерзнуть, и вперед рисовать. Покажу потом попозже, что я нарисовала. Ну и пришло время обеда, и что я приготовила на этот раз. Вот смотрите, тут фасоль белая, гречка чуть-чуть, грудка был кусочек. И вот отварила себе брокколи и яичко. Вот сейчас буду вот так обедать. Погода сегодня такая теплая, а в доме так холодно, там в моем кабинете. Я не могу там сидеть. Ничего не согревает, никакое ни кондиционер, ни отопление. А именно эта сторона, видите, хорошая, солнечная. Давайте пройдемся по моим, пока остынет чуть-чуть, по моим цветочкам. Ну, видите, этот я под корень почти подрезала. Вот у меня начинается. Начинается, мои красавицы. И это сейчас, видите, он увеличивается. У меня такие красивые шары. Остальное все я подстригла. И не жалею. Знаете почему? Вон, видите, как цветут у меня. Перец этот оставили. И жалею, что его сорвали мы, потому что оно дает еще плоды. Вы видите? Сейчас я его, кстати, оторву и съем. Оторвала, называется. Ну вот уже тут цветочки будут у меня красненькие. А этот цветок сюда перенес. Он там от кондиционера засох, испортился. Все, пойду я завтракать. Приятного вам аппетита. Всем еще раз привет, мои дорогие. Я сегодня активно занимаюсь расхламлением дома. Выбросила 3 огромные кастрюли, и там мисок разных повыбрасывала, то, что не пользуюсь, все старье к чертовой матери. Сейчас по шкафах так лазила. Короче, сегодня я такая вот нарисовала свой семицветик красивый, и вот занимаюсь делами. Эндер пошел на базар без меня сам, а я такая вся хозяюшка, прям аж нравлюсь себе, моя девочка, Светочка. Любите себя и говорите об этом каждый день. Я люблю себя, Светочка, я нравлюсь себе и так далее. Ну что, пришел мой муж с базара, с рынка. И, естественно, я вам расскажу о ценах, потому что давно не показывала вам. Вы, наверное, соскучились. И потом покажу, что там у меня с балкона видно, какая панорама. Так, мои дорогие, сегодня базар, как вам сказать? Ну, я считаю, что нормальный, потому что вот это вот все, посмотрите, он купил на 110 лир. 110 лир – это сейчас 11 долларов, 10 долларов. Доллар опять поднимается по отношению к лире. Слава Богу, я очень рада. Так, мои дорогие, приступим. Значит, брокколи 5 лир и цветная капуста 5 лир. Вот такие он взял черри. На вкус я не пробовала, но 8 лир килограмм. Киви по 5 лир. Они среднего размера, такие, наверное, вкусненькие будут. Я чувствую, что сегодня у меня ужин будет из фруктов.
Мандарины 10 лир килограмм. По 3,5 лиры выходит килограмм. И также такая стоимость таких вашингтонов. Почему я говорю, это не апельсины? Потому что вашингтоны вот имеют такую попочку. Сладкие, присладкие. Яблочки сегодня по 5 лир килограмм. Лук 2,5. Картофель зимой всегда дорогая. Поэтому я советую, рекомендую закупать ее. У кого большая семья, в начале зимы, конец осени. Тогда самый такой дешевый период. И сейчас это картофель по 5 лир килограмм. Ну вот такая зелень, вот такие вот, господи, пучки и рокколо по 1,5 лир килограмм. Ну они того стоят. Вот смотрите, испанак, шпинат. 5 лир килограмм. Его тоже сейчас очень выгодно покупать, дешево. Ну, вот такая капусточка стоит 5 лир килограмм. И мой Ашкем еще купил, я попросила его, абрикоски 80 лир килограмм. Полкило он купил. Так, что еще я хочу вам показать. Сегодня на ужин, кто-то мне говорил, вы на овощах. Да, мы на овощах. Нам нравится такой, поэтому... Я стараюсь сейчас не сильно мучать моего мужа. Он ест у меня тоже и мясо, но я хочу, чтобы он был у меня здоровым, молодым, красивым, энергичным. Поэтому в рационе использую овощи. Не так фрукты, как овощи. Потому что в фруктах, как я раньше могла съесть килограмм черешни, уже в этом году я такого не буду делать. Там очень много фруктозы, которые действуют, инсулинорезистентность называется, резистентность. И это очень не полезно для здоровья. Поэтому лучше питаться овощами. И морковь тоже нужна в маленьком количестве, потому что она тоже содержит очень много фруктозы, чтобы вы знали. Поэтому сегодня на ужин я ему приготовлю праса. Турецкая такая еда. У меня есть плейлисты «Готовим дома», такой рецепт. Вот я сейчас смешала булгур и рис. Сейчас я залью кипятком, чтобы вышла вся вот эта клеевина и крахмал вот этот. Мне не нравится. Вот я для себя еще сегодня отварила брокколи. Когда захочу кушать, раз, и вперед с песней. Ну все, мои хорошие, я вот показала вам, что мы сегодня купили. А сейчас покажу, что я повыбрасывала. Соседка, кстати, пришла. Вот смотрите, вот такой весь пакет. Разные эти баночки, бутылочки, вот эти ремни, которые уже... Почему-то я их раньше не выбросила, я удивляюсь. Сейчас еще посмотрю в прихожей, что где что, и все повыбрасываю. Не нужно складывать этот хлам, потому что... Собирать хлам, потому что, когда вы выбросите, всегда придет к вам новое. Еще хочу показать вам. Смотрите на мой красивый семицветик. Я его в такую в рамку поставила. И это на исполнение желаний. Очень много пишут мне, что благодаря мне полюбили и познакомились с нейрографикой. Действительно, это божественный метод работы под сознанием, исполнение желаний. Это не магия, это научно обоснованный метод, который избавляет вас от разных блоков. Это как поход к психологу. Я уже сколько раз объясняла. Так, Ашкема показывать не буду. Он у меня бородатый, решил отрастить бородку. Ну все, мои дорогие, сейчас я буду готовить на своей кухне. Мое окно, кабинет.
А это наша спальня средняя. Это мои цветочки все подстриженные. Я вам не показывала, как их всех подстригла, гвоздички. Красиво поет. Небо красивое, да, какое-то разделено пополам. Соседи. Все вам показала сегодня. Парк пустой. У моих внуков Ирмочки, Деми и Мари были утренники. Ну, естественно, в садик. Мари еще развлекалась в центре. В сторис я показывала, как она там прыгала, моя девочка. Я на бабулю похожа. Активная такая. Ставлю я вам видео. Посмотрите, как Мари с одноклассниками развлекается на развлекательном центре. Ирмочка тоже. Знаете, как в садик. Я вам поставлю эти кадры, посмотрите потом. Вы знаете моих деток, поэтому хочу, чтобы посмотрели. Холодно же, Ирмочке одели белое платье такой принцессы, еле влезла она в него. Поправилась мама и дочка, говорят. И мама одела дочери такие красивые белые колготки тоненькие, а сверху штаны теплые. А родители не пускают вовнутрь. И так получилось, что ей штаны не сняли, и она в белом платье и в черных штанах, в темных. Вы представляете, так некрасиво было. Мама говорит, ой, боже мой, прямо аж стыдно, ребенку не сняли ничего. Хотя предупредили их, снимите, родители вовнутрь не пускали. И вот такие вот воспитатели, ну так им понравилось, так весело они провели время. Все, пошла я готовить свой прасу. Эндер ушел на прогулку, а я монтировала для вас видео и отключилась. Подремала чуть-чуть, проснулась такая голодная. Хорошо, Эндеру я приготовила вот прасо, вот такое он у меня вышло. А сейчас покажу, что я себе сделала. Легкий ужин. Так, покажу и мой ужин. 3 оладушка из нутовой муки и салатик такой. На ночь, на вечер, то есть много кушать нельзя. Уснула, потому что так уютно, тепло, спокойно. Мозг устает за весь день. Приятного мне аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Давно не показывала вам наших чаек, кошечек. И уточек, столько чаек сегодня. Зима в Мерсине, зима.
Так тихо и спокойно. Катюша меня ждет. Не холодно. Нет, не холодно. Чуть-чуть потеплело. Пока ждет меня Катюша. Такую красоту я нарисовала сегодня. Светик, семицветик. Посмотрите, какой красивый. Обалдеть. С каждым разом получается лучше и лучше, но, мои дорогие, на ним надо долго работать. Потому что его надо рисовать тоненьким маркером. Тут эти линии я проводила по 5, по 6, по 7 раз. Особенно вот эти вот закругления. Видите, вот сейчас я рассмотрела. Они и то такие все. О, трудно их увидеть, разглядеть, понимаете? Вот эти лепестки, их нельзя округлять, уголки вот здесь, потому что тогда ничего не получится на цветок похоже. Ну вот так. Вы знаете, я сейчас получила предупреждение от Ютуба. Мое видео старое-старое. В 2019 году я там у одного бизнес-партнера, он разрешил, на свой канал загрузила. И сейчас мне там за оскорбление и правила нарушения сообщества. Видео само удалили, ну а мне прислали такую петицию, я буду подавать на апелляцию. Вот сижу и знакомлюсь со всеми правилами. Сейчас НДР пришел, пойду подогревать ему кушать и кормить. Мои дорогие, сегодня на ужин у меня вот такой салатик цезарь. Курочка. Ну и все вкуснятина. Потому что 9 часов я вспомнила про ужин. Тут идет у меня вебинар про нашу криптовалюту новую. Ладно, закрою. Наш Кен тоже ужинает. Смотрит тоже телевизор. Все деловые, мы только пришел он с прогулки. Приятного аппетита нам!